Что ж, давай-ка посмотрим кое-что. Оп-оп-оп-оп-оп. Ага. Исчезли. Исчезли все точки, которые не исчезали до этого. Зачастую поэтому ошибка у меня, друзья, возникает. Тут ничего не поделаешь. К сожалению. Так, где я тут вообще? Я вот здесь, вон, да? Еще один артефакт. Где тот артефакт исчез, если он жив еще? Ага, жив еще. Так. Есть еще один артефакт. Давай-ка его заценим. Да, блин. Ален Дефенс, скорее всего, мне то надо будет вырубить, да? Или она уже вырублена? Я нифига. Да, ужас, тяжело с кораблем как перегруженным летать. Умри. Да вы прикололись, что ли, надо мной? Откуда? Так, все, готово. Ну, иди сюда. Баха на сковородке. Так, по погоде все нормально. 4 градуса всего. Ясненько. Так, что у нас здесь вообще интересного? Так, ну так себе я скажу. Да блин, пак-то не включен. Ничего супер особенного нету. Так, ну, наверное, этот дефенс бы тоже не помешало сейчас убрать, но мне интересует артефакт. Артефакт, артефакт. Где он тут? Ага, нашел. Ага, это вообще уже другой. Где эта мразь? Еще кто-то мне по заднице здесь наяривает. И кто? Борзой тут такой. Да
Да вы достали меня. Руки чертовы. Да уж. Руками здесь каши не сваришь, это точно. Экс. Ну, золото здесь, конечно, можно набрать. Это тише едешь, дальше будешь. Что-нибудь похавать. Сэндвичи заберу пока с собой. Так, ну пока ничего супер особенного здесь нету. Артефакт, артефакт. Артефакт, давай-ка заценим все. Все-таки очень интересно посмотреть. Что же это за лабудинь-то такая? Правда, сейчас ночь, этих жуков будет целая тонна, блин. Их вылавливать сейчас, ё-моё. Ага. И сдохни, мразь. Будь другом. А ты тут что танцуешь? ПВОшники хреновы. Все, закончились. Блин, на... Достали. Их до 15 штук может отреспиться, я уже проверял. Интересная такая штучка, я вам скажу. Ну, на скриншотик подойдет. Главное, чтобы влезло. И что у нас здесь такого интересного есть? То есть ни входа, ничего нету, да? Ну, ядро-то я уже понял, где находится в этом деле. Может, разнести, да? Посмотрим, разнесем этот артефакт. Какая тут сталь? Прочная... А, тут прочный стальной блок. А! Погоди, 500 прочность. Прочность здесь 500. Так. А, пластины из закаленной стали. Нет, она мне пригодится. Это все надо будет разобрать. Блин. Такое на голову свалится, мало не покажется. Так, ну он не такой большой, я вам скажу.
А в чем его прикол, вот мне интересно. Если честно, так, без бре. Ага, тут здесь сталь, где-то прочная сталь. Катик-ка. Здесь вообще бетонные блоки. И бетонные блоки нафиг не нужны. Ладно, с ним я разберусь потом. Ё-моё. Захламился я тут ненароком. О, цемент, конечно. Чего мне не хватает? Цементику. Так, этот дефенс можно слетать еще. Да еще он. Вообще-то можно тут еще до хрена куда полететь. Меня интересует вообще-то дрон-база вот эта вот. Довольно сильно. А может там, кстати, ребятки пропали. Сейчас проверим. Этот форпост как-то мне не хотел сдаваться. Наглый. Не, слушай, бродят. Их тут немало. А нет, не бродят уже. Да откуда у вас здесь столько? Это капец какой-то. Реально суровый какой-то капец, блин. Ой, они здесь респятся. Да вы издеваетесь. Ой, какое веселое местечко. Это не веселое местечко, это адовое местечко. То есть они на этой территории... Погоди, а как я на планету чужих буду залетать? Что-то мне стало интересно. Несколько моментов. Один из них, как реально тут залетать тогда получается на планету чужих, если эти чудики там могут респаться. Здорово, турелька. И лесом. Упал. Такс. Я что-то не понимаю. Что за ад здесь происходит? Так, а как мне тот биом-то вообще в нем, не знаю, там, пытаться что-то коммуниздить? А, не сильно, кстати, меня повредили, не сильно. Вот вы сейчас прикололись. Так, ладно. А
Давай-ка я эту хрень сначала зачищу, чтобы она мне в спину не дыркнула. Да вижу я ее, вижу. И она меня видит. Куда пошел? Стоять на месте и бояться. Так, теперь у меня вопрос. Мне сюда капитал, что ли, гнать? Твою ж дивизию, они реально здесь респятся. Блин, сюда надо нахуй перечесать. Пулеметом. Это жесть. Ладно, я эти блоки оставлю, тогда трогать не буду. Ну его нафиг лесом. Нужен ховер с пулеметом и... Блин, никак. Жесть какая-то. Это, блин, дебильные биомчики. Здесь хоть поспокойней? Ага. Какого разбега я это решил, а? Ладно, хоть пушки посрубаю, чтоб попроще было. Это, блин, очень жестко. Такого я не ожидал как-то. Экс. Это было очень больно. Надо присесть, отдохнуть. Големы-то хоть респится, кстати говоря. Вот что-то интересно стало. Было бы неплохо. Эй, отмороженный. Ты же зеленым был. О, теперь ты белый. Ой, чкадава кусок. Так, хорошо. Пробуем еще раз туда залет сделать. Я не скажу, что так не лучше видно.
не лучше. Но и не хуже. Да, я тебя вижу, так что происходит. Да, блин. Слишком много больших объектов, судя по всему, да? Нет, так до хрена просто. Тут их просто до хрена, и они все очень большие. Да, она каждый раз прогружается и выгружается. Так, надо отремонтироваться. Понятно, в чем проблема. Каждый раз выгружается и перезагружается. Посмотри, скачки памяти сейчас вообще. Скачки памяти. Так. Т4. 35. ТП ровно держится. Сейчас будем проверять, из-за чего такое вот. Скорее всего, из-за выгрузки и подгрузки постоянной. Там очень большие, походу, объекты. Конечно, интересно, но, блин. Логов-то тоже они добавляют не кис. Неужели это все объекты, которые подземные еще вдобавок? Всему да. Так, вот откуда оттуда стреляют, как-то очень плохо понятно. ПЗ куда попал? Мне сейчас вообще это непонятно самому. Не, туда надо ближе, наверное, подлетать. Там не такие страшные орудия. А мне дроны не нравятся. Это мне могут проблем доставить, дай боже. И не гоже. Не валс. С стороны воды зайдем. Есть не вариант. Воды ни хрена не видно, ошибись.
Ну, давайте, ребят, сюда, ко мне, ко мне, ко мне. Жуки. Подлюки-то какие, блин. Мне солнце, ничего не видно. Готово. Я не знаю, но возможно эти строения. Не, ну хотя если оно каждое с подземным укрытием, это, конечно, будет жесть. Так, мне бы где-нибудь присесть и отремкаться было бы вообще шикарно. Не, ну не похоже, что тут что-то еще есть. Наверное, из-за биома, потому что слишком много респис. Да без понятия, короче. Нет, сюда надо по-любому на ховере. Да, надо на ховере. С тремя пулеметами. Это, блин, какая-то жесть. Так, а теперь у нас есть вот такая вот маленькая мормышечка. Могу понять, сколько там конкретно турелей. По одной я почему-то постоянно не могу попасть. Вот это любопытно уже. Почему я по тебе не попадаю? Эй, мелочь, иди сюда. Да насрать мне на ваш этот там, что бы ни было. Я не могу понять, что здесь за хрени стоят такие. Не видно прицел вообще. Это типа жилые участки. В общем-то здесь более-менее зачистили, но надо сюда на ховере ехать с пулеметами. Я такого немножко в шоке. Здесь только на ховере реально с пулеметом.
Даже 4 пулемета надо ставить на прозапас. Надо всем пушки здесь пообрубать, где они есть. Тут видно, биом сам лагает, слишком много объектов, которые готовы стрелять. Интересно, как это на серваке отражалось? Ага. Здесь биом уже спокойный, я вижу. Здесь как бы все в порядке. Надо зарабатывать ресурсы на ховер, что я могу сказать. Делать ховер. Ага, и молиться. Там ховер так и не похоронят. Либо брать капитал с пулеметом. Пробовать им пробиться. Я на свой чисто теоретически могу поставить пару пулеметов. Вообще-то кеннеты можно поставить, они экономят довольно патроны. Кстати говоря. Кеннеты очень хорошо экономят патроны. Приветики. Мне насрать на ландшафт. Верите, нет? Совсем опух, вдруг мясной. Я даже мяса нету. Ой, ё-моё. Ну, один транспорт я сбил. У них 4 должно быть. Ладно. Что-то он как-то просто сбивается, если честно. Раньше их, чтобы сбить, надо было, блин, вспотеть. Сейчас что-то довольно просто. Так. Пьем, поем, цветем и радуемся. Берись, табличка дурацкая. Здравствуйте. Даже среагировать не успела. Начинается. Объект должен был появиться, но не может появиться, да? А ты чё не перезарядился, дебил? Это мне вообще-то интересно стало, почему он не перезарядился, хотя он перезаряжался. Ладно. Ладно, чтем. И такое бывает. Видно, у него обойма с рук выпала. О, расширенный конструктор еще один мне вообще пригодится, как нельзя, кстати. Так, набор трав, это хорошо, конечно. Так, а ну-ка, как скачки памяти посмотрим. Не, память ровно. Во время это был скачок ЦПУ. 5%. Так, диск. Диск у меня хоть и не SSD, но потребляет не более 10%. Это что за хрень, стоп? Чего? Я вообще такой первый раз вижу. Выращивать, простите, блин, можно? Хотелось бы знать. А, отметочку делаем. Построечка на рефайн.
Ютишка. Трейдинг. Я почти полный круг сделал, да? Ну давай сейчас эту последнюю забьем. Кто может вниз смотаться, посмотреть. Ну, может, и смотаемся вниз, посмотрим. Туда как, к чему, почем. Но туда нужен ховер, по-любому. Как ни крути, туда ховер нужен. Или капитал с пулеметами. Это просто вообще не вариант. Я такой жесть от такого биома вообще ни разу не ожидал. Где эта хрень? Мяу. Там летающее, то, что я не разобрал. Хотя там разбирать-то только одна сталь. Я даже не знаю, даже и разбирать, наверное, не буду до конца. Хотя, надо посмотреть, мне еще серии просматривать. Буду, наверное, просматривать. И от нечего делать поразбираю. Хотя, вообще-то я могу базу строить во время просмотра. Это будет немножко поэффективнее. По поводу готовых баз, ну, я не знаю. Смотрим, может быть, буду делать, я еще думаю, по поводу построек. По поводу корабля-то еще соглашусь, по поводу построек немножко, по-моему, это не то, что нужно. Такс, я надо здесь еще буду, да? А, это я хотел здесь как раз-таки все и полетать. О, давай на Адбас от Венциапорт слетаем. Кстати говоря. Сколько там запись идет по времени? 37 минут, отлично. 37 минут, 37 гигов. И 1 минута, 1 гиг записи. Я просто охренею. Там гиг 200 получается. Так, Прометий наш. Это я открывал или нет еще? Здрасте. Оу-оу-оу-оу-оу! Это было сейчас опасно, кстати говоря. А мне стрелять нельзя. И занесем красную книгу. Названием «Дебил редкостный». Давай-ка заценим. Вот не люблю такие сюрпризы. Так, а тут неплохо, рейсиков неплохо. Спасибо, игра, спасибо. Павчик. Благодарен за супчик. Язвочки не будет. Персонажа будет все. Кожные паразиты, там, не знаю, инфекции, там еще хрен знает. Че, ну не будет зато язвы. Это вообще шикарно. Наверное. Такс. Мы продолжаем движение. Ну да, наверное, я не буду ставить бесконечные ресы. Буду играть с конечными, так и игра интересней. И... тут заставляет, как говорится, вас исследовать другие планеты. Ох, я чувствую, сейчас я здесь на что-то еще плюс нарвусь. Или нет? ЭЗ. У меня ракет хватит, ракет хватит. Ну, 14, разве? Ну ладно, посмотрим. В среднем должно быть по 11. Наверное, потом сниму следующую серию про Advanced этот вот Сайпорт. Или хотя... Все-таки подумать,
Мне тут биом, мне интересно, как с ним быть. Цып-цып-цып-цып-цып, турельки. Сюда, маленькие мои. Или заглохнет, или нет. Достал уже. Мне надо сначала турели пошибать. Ну что ж, друзья, в следующей серии давайте полазим немножечко по Advanced Ventaya порту. Посмотрим, что он из себя представляет. Да я, скорее всего, после этого полечу разбирать все. Что ж, кому понравилось, ставьте лайки, комментарии проставляйте под видео на YouTube. Да, биомчик жесткий, надо, короче, там думать. Реально надо ховер 2-3 пулемета ставить, если не больше. Не ехать там зачищать просто тупо и тупо. Патронов надо там, это уйма. Но там 15-миллиметровки идут, если я правильно помню. Я их могу набрать довольно много. Что ж, ну, дай что-нибудь придумаю.